Проект «Лагерь настоящих героев» проводится при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и участии правительства Московской области. Лагерь настоящих героев расположен на площади более 4 гектар, где построено 30 жилых модулей «Геосфер» и 4 специализированных модуля – 2 медицинских, административный и хозяйственный. Площадь одной жилой сферы позволяет не только комфортно разместить 12 детей, но и проводить собрания и мероприятия при непогоде. Все геосферы оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции и обогрева. Вместимость одной лагерной смены – 300 детей и 60 человек персонала. Дети разбиваются на отряды, за каждым из которых закреплены по 2 вожатых. Режим дня довольно насыщенный. В данном лагере разработан специальный режим дня. Соответственно, он начинается с подъема. В 7:30 дети встают, потом гигиенические процедуры, зарядка. Готовят сферы непосредственно, там приводят их в порядок, после чего уходят на завтрак. После завтрака уже начинаются занятия инструкторские, либо тематические. Смену для девочек создали не случайно. В последнее время девушки все чаще осваивают профессии, которые раньше считались преимущественно мужскими. Одна из них – военная журналистика. Для занятий спортом и проведения тактико-специальных занятий в лагере оборудованы специальные сооружения. Полоса препятствий, состоящая более чем из 20 заданий различной сложности. Баскетбольная, волейбольная и футбольная площадки. Лесная зона для игры в лазертаг. Каждую смену ребята вместе с вожатыми готовят концерты и театральные постановки. Представления проводятся на крытой концертной площадке или на костровищах, которых здесь 2. В лагере девочек ждет и насыщенная программа отдыха, и специально разработанный учебный курс, основанный на авторских методиках. Каждая из них может обучиться базовым основам журналистики, пройти занятия по тактике и строевой подготовке, посетить мастер-классы от звездных гостей. В этом лагере мне очень нравится, он полностью оправдал мои ожидания, и надеюсь, с каждым днем будет все более и более интересней, потому что сейчас мы прошли занятия по теории, и на следующих занятиях мы будем уже отрабатывать по практике. Когда мы сюда ехали, мы думали, что лагерь девочек это будет похоже на большое змеиное гнездо, где все будут друг друга ненавидеть тихо или даже громко, а на самом деле мы переступили порог, зашли в сферы, и как-то сразу все закрутилось, завертелось, и вот мы уже как родные. Занятия охватывают разнообразные направления, поэтому помогут девчонкам в развитии физических, творческих и интеллектуальных возможностей. Помимо школы военных корреспондентов, девочки пройдут еще и школу военных медиков. А в конце смены состоится конкурс на лучшие авторские материалы, оценят которые гуру отечественной журналистики. Лучшая статья будет опубликована в издании «Пионерская правда».